Всех приветствую, ребят, на моем канале. Хочу показать, как я приобрел Ездиак 3.0. Пришла в такой коробочке. Вот. Такой упаковочке пришла. Вот. Ездиак. Номер. Все. Вот. Заказал с Алматы. Пришло очень быстро. Спасибо парню Ильдару. Сделал все быстро. Молодец. Вот, пришла рабочая. Все нормально. Хочу показать все функции. Ну, я с ней уже работаю. Заказал я ее. Пришла она ко мне во время карантина. В апреле. 11 апреля. Сейчас у нас уже июнь. Конец июня уже. Я уже ей занимаюсь. Работаю. Ну и, конечно, у меня есть EUBD LM К327. Очень хорошо тоже спасает. Двигатель российские машины. Ну и также иномарки. Диагностирует двигатель на ура. Выручает. Вот так вот. Сейчас буду показывать. Так, ребят. Выходим со съемки. Буду показывать сейчас. Программа Ездиак. Вот она. Заходим. Ездиак Pro 3. Идет загрузка. Так, вот как видите. Америка. Бьюик, Кадиллак, Шевролет, Крайслер, Додж, Фиат, Форд. Вот Австралия. GM. Джим Бразилия, Холден, Джип, Линкольн. Ну, на этом все, Америка. Европа. Аборт, Альфа Ромео, Астон Мартин, Ауди, Бентли, БМВ, Бугатти, Ситроен, Дация, ДР, Еврофорд, Феррари, Фиат, ГАЗ, Джеймса, Опель, Ивека, Изха, Ягуар, Ламборджини, Лансия, Ландровер, Масерати, Майбах, Опель. Так, чтобы не было скучно, давайте радио включу. А, невозможно воспроизводить. Ага. Опель, Пас, Пежо, Порше, Рено, Роллс-Ройс, Ровер, Саб, Сиат, Шкода, Смарт, Спринтер. Это Мерседес, УАЗ, Ваухал, ВАЗ, Вольво, Фольксваген, ЗАЗ. Это Европа. С Европой работает хорошо. С Америкой тоже очень хорошо работает. С Европой тоже хорошо работает. С Азией тоже хорошо работает. Вот Citroen, ну, Deo. Deo Nexio я не диагностирую. Ну его нафиг. Daihatsu, Daihatsu, Holden, Honda, Hyundai, Hyundai Korea, Ico, Peugeot, Infiniti, Isuzu, Kia, Lexus, Луксен, Махиндра, Махиндра Ин, Марути какая-то Индия, Мазда, Митсубиси, МВМ, Ниссан, Пиродуо, что за Пиродуо, бля, Протон, Мротон, Пежо, Ренаулт, Сайпо, Сан Йонг, Субару, Сузуки, Тата, Тата, Исуза, Тойота, Пакистан. Ну, нам все, что тут встречается, в основном Toyota, Subaru, Peugeot, Nissan, Mazda, Mitsubishi, Lexus, Kia, Hyundai, Infiniti, Peugeot, Honda. Остальные так, не встречаются. Китай. Ну, Китай я вообще не диагностирую. Вообще, даже не поп... Ну, редко попадается, но я даже на Китай не особо работаю с Китаем. Сразу отказываюсь от них. Так, теперь смотрим функции сброса. Есть также функции сброса. Brake Reset. Программное обеспечение применяется для функции сброса тормозной накладки. Если тормозных колодок носит тормозных колодок, в смысле линия колодок, в смысле линия посылает сигнал, в смысле линия на бортовой компьютер, чтобы заменить. Вот ломанный китайский язык, бля. Это сброс при замене колодок. Вот.
OilRedit. Программное обеспечение применяется для функций сброса индикатора сервиса. Если служба фонарь выдал, ну, если служба загорается, замена масла. Вы должны предоставлять услугу по машине. После службы нужно сбросить за рулем пробег или время дождения, так что служба фары выключает и система позволяет новую службу цикла. Сервис, короче, сбрасываешь замены масла. Так, SAS Resit. Программное обеспечение используется для функции сброса датчика угла поворота рулевого колеса. Изменить угол поворота сначала найти относительно нулевых позиций. Водить в прямой линии с этой позиции, поскольку, ну, имеется в виду поставить руль прямо и обучить угол поворота руля. Хорошая функция. Программа сегодня применяется для функции обучения зуба использовать для сброса аккумулятора. Ну, это когда снимают, ставите аккумулятор для сброса при замене аккумулятора. АБС. Программное обеспечение используется для функции выпуска воздуха. Прокачка АБС — хорошая функция. Прокачка по АБС, воздух скачивать можно. Это заслонка. Электронный сброс датчика дроссельной заслонки. Матч дроссельной заслонки является использованием в автомобиле. Декодера приводит автомобиль дроссельной заслонки для настройки инициализации, чтобы сделать обучение значений и возвращение исходного состояния тем, чтобы более точно настроить управление дроссельной заслонки холостого двигателя. Перемещается, регулирует потребление сумма. Ломаный китайский опять, блядь. Поэтому я, ребят, поэтому я все не читаю, потому что все равно непонятно. Читаю то, что я понимаю. Давление в шинах. Датчика для функции сброса датчика давления в шине. После того, как давление в шинах миллионов включает и обслуживается давление в шинах, должно быть проведено использование функции для сброса давления в шинах и выключить давление в шинах. Вы что-нибудь поняли? Ну, в общем, по давлению в шинах. Так, это у нас программное обеспечение для функции восстановления пылевого фильтра. Регенерация используется регулярно, очевидно. Твердые частицы из ловушки, режима для окисления, таких высокая температура горения топлива, катализатором, огонь, точки горения для стабилизации работы ловушку. Никогда не пользовался этой функцией. Не знаю. А вот эта функция хорошая. Блять, я уже сам начал на ломаном китайском разговаривать. В результате этого программного обеспечения сопоставление фар, адаптивная система фары определяет, следует ли автоматически включать фару в зависимости от интенсивности окружающего света, контролирует скорость движения и положение корпуса, а также регулирует угол освещения фары. Вот эта функция хорошая. Конечно, если автомобиль поддерживает. Так, ЕГР, так, прочесть не могу, потому что все на английском. Ну, наверное, поняли, это адаптирует ЕГР, при замене ЕГР, адаптация. Так, это у нас идет программное обеспечение, применяется для функции обучения зуба, датчика местоположения адаптивного обучения, коленчатого вала. Это при замене датчика коленвала обучения происходит. Если он не читает, это принудительно адаптирует его. Так, дальше у нас идет в результате этого программного обеспечения сопоставление волна коробка после того, как коробка передач демонтирована или отремонтирована. Ну, это, в общем, если вы меняли коробку передач АКПП, коробка автомат, адаптирует коробку после замены коробки. Или снимали на ремонт там. Так, инжектор. Применяется для функции кодирования форсунки. Переписать код инжектора фактически на инжектор кодек соответствующего цилиндра, так как для более точного контроля или текста цилиндра инъекции количества. Это регулирует подачу топлива на форсунки. Одометр. Калибровка одометра. Инструмент калибровки панели пробег. Используется для калибрования записи или записи. Ну, не все машины
Давайте попробуем зайти. О, нет, зря я это нажал. Поэтому надо выйти. Надо выйти и зайти заново. Заходим заново. Так, мы остановились на сбросе. На сбросе одометра. Так, следующая функция. Это функция люк. Закрытие блокировки движного люка. Закрытие в дождливые дни. Сдвижного люка. Порог температуры наружного воздуха. Опять же, если машина поддерживает эту функцию. У кого электронный люк. О, вот это я люблю. Обеспечение, поскольку висит сопоставление. Это пневмоподвеска. У кого машины управляется пневмоподвеской. Вот, можно настраивать, регулировать все датчики. Хорошая функция. Да, и была еще функция сброс иммобилайзера. Классная функция, но я как-то поначалу пользовался и привязал на Toyota Camry 45-ку ключ. Еще на какую-то машину привязывал, там на Renault, что ли. В общем, удалилась она у меня. Я нечаянно ее удалил, или она сама удалилась, я этого не заметил. Скорее всего, удалилась, наверное, удалил, наверное, я сам, наверное, по незнайке. Вот. Вот такие вот функции на лаунче. Ну, скажу сразу. Так, работать, просто диагностикой заниматься. Ну, у нас таких машин мало дорогих. И они обращаются в такие, знаешь, серьезные фирмы, там, к дилерам, там, в автосалоны, чтобы сделать диагностику. Вот. Так что не очень. Поэтому я выезжаю по автоэлектрике и просто для себя, чтобы быстро выявить причину, делаю диагностику. А так ездить, делать диагностику, люди не понимают. Они думают, что вот ты сделал диагностику, то ты должен устранить причину, вот это все. И, в общем, непонимание происходит, в общем. Поэтому на диагностику особо не уезжаю, выезжаю уже как автоэлектрик сразу. Так, как я обещал, покажу ЛМ-ку. ЛМ-ка у меня вот сколько вот, Open Diag есть. Но Open Diag у меня почему-то не работает. Мне кажется, она платная какая-то. Поэтому у меня самая такая ходовая Car Scanner. Вот. Программа хорошая, автоматическая. Сразу находит все ошибки. Не требует никаких настроек здесь, перенастроек там. Быть профессионалом здесь не надо. Здесь подключил, нажал ошибки, прочитал ошибки. Все. Посмотрел, пожалуйста. Датчики можешь посмотреть, показатели можешь посмотреть, панель приборов можешь посмотреть. Да все, блин. Остальное она нафиг не нужна. Вот помогает ЛМ-ка, очень хорошо помогает при работе. Выявляет вот ошибки. Спасает. Вот так вот. Так что, ребят, покупайте, занимайтесь. Всем пока.